Добро пожаловать на наш канал Ergon Media. Сегодня вашему вниманию представляем огнестрельное оружие ограниченного поражения от оружейного завода «Фортуна». Модель Т-12 АКБС. Пистолет поставляется в пластиковом кейсе, в котором находится документация, запасной магазин, сам пистолет, пружина и ключ-шестигранник, также ёршик. Рамка пистолета выполнена из пластика. Также рамка армирована металлом. Основные части пистолета, такие как затвор, затворная задержка, курок и ствол, выполнены из оружейной стали. Открытые прицельные приспособления регулируются в двух плоскостях. Предохранитель находится с двух сторон, так же как и затворная задержка. Предохранитель возможно поставить только на предвзводе. Принцип работы автоматика – ход свободного затвора. Снизу под стволом имеется планка и вивер для установки различных тактических аксессуаров. Когда заканчиваются патроны, пистолет становится на затворную задержку. Для того, чтобы разобрать пистолет, необходимо отодвинуть спусковую скобу и снять затвор. Для исключения выстрела твердой пули ствол имеет коническую сверловку. Также на нем присутствуют проточки. Диаметр ствола 14,22, толщина ствола 3,61 и канал выходного отверстия 6,87. Сборка пистолета происходит в обратном порядке. Магазин выполнен из металла, подаватель и пятка пластиковая. Патроны устанавливаются путем продавливания подавателя. Посмотрим, какую кучность пистолет выдает на дистанции 5 метров в серии из 5 выстрелов. Как видим, пистолет показывает отличный результат кучности. Теперь проведем испытание на баллистическом геле, плотность которого схожа с плотными тканями человека. Стрельба велась с дистанции 3 метра. Максимальная глубина проникновения резиновой пули в гель составляет 60 мм. И в завершении проведем контрольный замер скорости. Приобрести эту модель вы можете в оружейном магазине Ergon на Дубровке при наличии паспорта и лицензии серии Лопа. Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров, либо по ссылке в описании. Подписывайтесь на наш канал, а также на наши странички в соцсетях.